Папа. Да, сынок? Расскажи историю. Которую? Историю о нашем доме. Многие миллионы лет назад метеорит из вибраниума, прочнейшего вещества во Вселенной, вонзился в африканскую землю и осенил все, что произрастало вокруг. Когда настал век человека, 5 племен пришли в тот край и нарекли его Вакандой. Племена враждовали, бились друг с другом, пока однажды воину-шаману не явилась богиня Баст в обличии пантеры и не указала ему на цветок в форме сердца. Цветок наделил его нечеловеческой силой, быстротой и чутьем. Тот воин стал королем и первой черной пантерой, стражем Ваканды. 4 племени признали его власть. 5-е же, Джабари, ушло в горы и держалось особняком. Вибраниум позволил ваканцам обрести техническую мощь, недоступную прочим народам. Ваканда процветала, мир же вокруг нее погряз в хаосе и раздоре. Чтобы сберечь вибраниум, ваканцы поклялись свято хранить эту тайну. Тайну своего могущества, скрываясь у всех на виду. Мы еще прячемся, баба? Да. Почему?